Бота убивали. Угу. Три выстрела боту в голову, чтобы убить. О! Ёб твою мать! Не ходи на третий. Выйди на улицу, дай гранату в окно третьего этажа. Он лежит прямо под окном на третьем этаже. Сука, за шкафом еще лежит. Ты умер? Блядь. Да-да, гранаты кидай, иди, убьешь его. Я сейчас себя убью гранаты. Занимай место. Блядь, забыл чат, бегу. Ушел, да? Тут даже матрасик лежит, ёптать. Да, я на третьем. Жале, как он был. Я постараюсь. Типа вот так как-то. Ну да, вот. Ну, я ему стреляла в голову. Да, матрас там был, но я-то ему и сюда стреляла. Тихо, уйди, не спугивай мне добычу. Бред. Ну, ты же смотри, не могу. Надо еще лампу, наверное, погасить. Кусты. Кусты. Давайте, не мешай. Раздвигайся. Я пошел. Металл. Много. Много они у меня. А ты кепка ее! На третьем. Выходу. Я у тебя. Там раненый. Слышишь, да? Кашляет? Кашляет он там. Все? Лево, право? Нет, там нету никого. Да мертвый. А, это он мертвый кашлял так? Нормально. Грамотно. Выключи фонарик, палишь меня здесь. Сам встал. Ну, дальше лежит. Бля, чат, чем больше лежим, тем больше людей на стрим приходит. Я кажется, понял, блин. Вот оно как, оказывается, играть надо. Поднимается на третий к нам потихонечку. И дверь. Нет, нет, нет. Дверь выламывает. Значки какие-то. Голый? Тихо-тихо-тихо. Он просто уснул. Другу он так и передал. Чувак, я просто усну, не ссы, поднимайся. Шайтанов шерпы. Все, там уже пошло избрание. А народ-то все подтягивается на стрим. Ходит, да? Выбежал? Да. Убегает к машине, Ань. Лови его. Там тебе гранатная машина, он там. К забору ушел. Он куда идет? В воде? К машине подошел, убила. Хорошо. Я не знаю, правда, заложил он или нет, успел или нет. Не, вроде не успел. Не-не, не заложил. А чего? Бота убивал. Просто убежал. Не прочувствую. Так, сюда лут, вода. Воду залутали уже хорошо, чат. Если я буду орать, то они просто не будут стрелять. Сейчас разберемся. В твоей комнате убил одного. Среагировал. Он кого-то выцеливал. Ты хотел крысить, поднимайся, уже себе крысь. Понял, извини. На третьем, да? Я на третьем. Чел на втором?
Бел? Как ты прошла до третьего, что тебя никто не пострелял? А, ты просто по железке? Да. Что происходит? Ушел, ушел, еще есть... На втором есть чувак, у тебя на втором есть чувак. Пристрой? Звук да. Чеки не зашел. На кухне сидит. Иди на матрас. Да какой матрас тут? Он, смотри, накурено, блин. Полная общага сидит. Талантливых. Если туда прийти, короче, 5 утра, там можно нормально промыться. Кошмар. Так вот знаком с человеком столько лет, а она крабиков, оказывается, ловила и ела. Маленьких, безобидных. Маленьких. Медуз там не ели никаких? Нет, медуз мы не ели. Зря. Мы их не боимся даже, в отличие от некоторых. Там ты боишься медуз? Не знаю. У нас не водится медуз. Ты же на море купался? Не, ну я купался, там плавала какая-то такая хрень маленькая, прозрачная. Я так и не понял, медуза это или пакет какой-то. Рики, привет. Ну я на всякий случай плавал от него подальше. Что мало ли. Заплывет куда-нибудь. Какие жалятся? Синие и красные. Ну, не знаю, мне ни разу не жалило, хотя я с ними прям вплотную плавала всегда. Едят. Ну, видимо, от безысходности. Ладно, креветки ты стоит ешь. У Меченьки. Двое. Один на выходе на крышу, второй у Меченьки через пролет. Ты убежала? Угу. А ешки будешь кидать или что? Хочу, да. Давай. Ты на крышу будешь кидать? Ой, по мне, меня убили на улице. Ой, твою мать, в кустах на улице еще стоит, чувак. Ёпта. Да нам одиначе такой. Дробовик там. А, ну, может. К моему труху. Ага, лутает что-то там. Било. Ой, еще есть. Первый этаж запрыгнул кто-то.
Бля, я случайно шестерку нажал. Это Анина, походу, добро. А у меня дочь Медуза однажды задницу ужалила. Визгу было, что пипец, весь пляж. Ожог был знатный. А ну конечно. Меня-то за что? Ходит, ходит. Кепка ебаная, ебашу руки парика. Ты шифтуешь? Я шифтую. Ну, никого не вижу. Что-то у вас там какие-то секретики полтора года назад были. Господи, убил! Ёпта! Вот он где сидел все это время. Секретики полтора года назад? Угу. Ё-моё, бля. У меня много секретиков. У меня в туалете, что там? Бьёт? Что значит, ты ходил? Я. Там бот стоял же. Я там только что бота убивал возле туалета. У меня много секретиков. Я уже не помню, что я там полтора года назад секретничал с кем. Что, значит, надо еще, бот короче, идет. Проверить. Надо еще проверить, короче, вот эти... Проверяй, я не пойду. Я не пойду. Весь магазин в чувака всадил. Чувак вообще тупо не прекращал стрелять. Он просто даже выходил и меня стрелял. Я в туалет встала. Пока не проверишь, я не выйду. Блять, меня бот в спину стреляет, сучара. Охереть. Он лег в камень, чат. Они эволюционируют. Он просто лег в камень. 49 уровень. Такого я еще не видел. А там реально прозрачный камень, короче. Бля, теперь вот фраза full камень прям 100% короче подходит, прикиньте. Just stay focused, guys. Son of a... Ну что? Ну, видно меня где? Нормально вот так? Это где? Ой, не видно тебя. Она даже, ты не слышишь его? Кусты слышу. Найдет. Бот орет же. Other guy saw a bear in this area. Ёб твою мать. I can't believe Command just up and left us here. А ты там видел что-то вообще? Все вижу. Можешь попробовать. Просто ложился? Да, лег. Стой, стой. Вот так, да, оставь.
Антисахарну. Что ты пожрал не выздоровел? Я даже не сомневалась.